Нейросети в какой-то степени являются двигателем прогресса. Однако нейросети могут использоваться не только для пользы, но и веселья ради. И вот, мне на глаза попалась нейросеть под названием Suno. Suno позволяет сгенерировать и трек, и текст, используя лишь желаемые жанры и примерную идею текста. Я с моими друзьями решил попробовать эту нейросеть на деле, и результат, который мы получили, я хочу показать вам. Так, ну текст про Моргена Хаги-Ваги с кредитолит мы уже загенерировали. Так, какие жанры, какие? Гранж. У нас будет этот... New Metal. New Metal. Так, окей. Треки сформулированы. Почему тут весь металл похож на арию? Это ария похожа на весь металл, типа, не могу еще понять. О, ария, оставь. Это очень круто. Ну, я чувствую, что можно новый канал создавать со всеми этими нейронными песнями. Мы будем конкурентами вот того канала, который Ярик показывал, который там перепевает Моргена, блядь. Под всякие хаги-ваги камерамена, блядь, скриптитолит и кого там, сиренхеда. Вы же понимаете, что мы 3 тренда написали в названии и не попали ни в один, не успели. Я не знаю, что в тренде. Наггетс ковбой в тренде еще? Уже нет. Это Шейлу Шай в тренде? Бля, да что теперь модное? Ладно, предлагаю еще раз написать песню про то, как я 8 дней работал в Дудо, а потом меня уволили нахуй. Только если прошлое был шансончик грустный, то это должен быть... Это должен быть с позитивным настроем. В Дудо. Пицца 8 дней, после чего его уволили, и ему было очень грустно. Гимн! Постпанк, шугейс гимн. Постпанк, анфим. Постпанк гимн, это должно быть что-то жесткое. Это гимн всех работников, типа, до пиццы, я так понимаю, будет сейчас. Реально, а что сейчас в трендах? Я не знаю, мне ТикТок слетел сегодня, без понятия. Так, а что ты через ТикТок тренды узнаешь? Да, где еще? Я по этим трендовым отчетам узнаю про тренды. Есть трендовый отчет? Ты что, Путин? Я не понимаю. Ты тоже доклады приносишь? Ну, мужики, можно же просто посмотреть канал Агнии Барто, чтобы узнать все мемы популярные. Агния Барто! Агния Барто! Ну да, вы не стали Агния, Огонек переименовалась в Агнии Барто. Честно, не слышал, не слышал. Я очень грущу! Я так грущу! Вообще, знаете, если бы постпанк звучал именно так, я был бы так счастлив. Я был бы так грустно! А если бы постпанк был дарбайдой музыкой, а не музыкой для дуберов, я был бы так счастлив. Окей, нет фейс. Все, я больше не могу слушать, мне очень грустно. Заметили? Такое, да, да. Мы записали постпанк и Антова, а там ни того, ни другого нет. Мэдисона и Хованского переехал автобус, после чего они попали в 2007-й, 8-й? Седьмой. В виде Эмма. В виде 17-летних Эмма, после чего они создали на Ютубе канал, где начали обозревать... Блейзер. Да! Да! Блейзер. Так, окей. Ну это такой 2007-й, наверное... Нет! Сбил просто. Напиши. Может, прокатит. Сбил. Во, думает. Так, Style of Music. Скримо. Скримо. Хип-хоп. Эмокор. Да, Эмокор. Окей. Тайтл возрождения Эмма. Сейчас оно должно что-то эмарское. Во, даже сентябрь горит тут, видите, сентябрь на обложке. Да, сентябрь реально горит. Так, окей, один трек загенерировала.
Ебать, как берет! Я в шоке. Скримо про каналы все-таки. Вот оно! Вот! Я даже не понимаю, что он не поет. Я тоже. У меня блейзером пахнет дома теперь. С пылу с жару. У меня челка отросла, короче. Значки на рюкзаке появились. Я на волосы побрился, сейчас тебе пиздить. Всем привет, ребята. Все в 2023-2024 годом. Пусков пришел домой. Мне кажется, нейросеть не знает таких слов. После завода. Он что, скримо оставляем, что ли? Хотел на рыбалку, но у него кончилось пиво. Так, какие тут жанры могут зайти? Хип-хоп, рэп, агрессив. Агрессив? Агрессив. Детройт, Джерси Клаб. Да не надо. Скуфский дрилл, вот это, кстати, нормально. Скуфкор. Скуфкор. Тайтл кончилось пиво. Блин, Скуфкор, это так круто звучит. Я бы создал бренд Скуфкор, назвал бы его. Ну все, создаем свой новый лейбл. Вот у нас уже контент есть для этого. В правилах использования написано, что нельзя публиковать. Ну, с целью заработка. Да-да-да. Блин, не судьба. Ну что, мы перебьем, мы сами зачитаем. Скримить главное научиться. Блядь, что это за кальян рэп? Оксимирон. Окей, следующее. Солнух. О! Ебать, АК-47, нахуй. Ебать! Сначала был какой-то АК-47, потом 50 Cent, я не знаю. Так, агрессив, кей-поп, мэд. Да-да-да. У меня идея. Морген во время за... Просто нет, всё. Никаких Моргенов, блядь, с имени туалетов. Стенокалок. Это просто пиздец. Я как будто в 2000... Какой, 20-й? Мурасаки. Живой журнал. Да, и Сайка. Желейка. Кто такой Желейка? Дай Сайка! Энтропи! Керёмба! Сидят и не могут придумать нормальный текст, а то, что им лезет в голову, не является политкорректным. Тайтл мы только хотим разрушить это. Нормально! Позволь мне тебе разрушить. А чё у нас кей-поп там? Да, агрессив кей-поп, мэд, фонк. Что это вообще за хуйня? Почему? Ну, вообще, у нас ни слова об этом в запросе не было. Почему они... Это реально бунт сейчас был. Это... Пионер Эмиль Савёнок. Феста был отвергнут. Косплееркой. Косплееркой, юлан, это что? После чего он пришел мстить. Точка. Точно. Нужно в стиле опенинга бесконечного лета. Хэппи аниме опенинг. Summer Vibes. Тайтл «Путь возмездия». Надо про Гамаза сделать, короче. И папку «Дети». Да-да-да-да-да, и это будет... Не, Гамаз, по-моему, уже давно не в тренде. Да, а Эмиль, блядь! Ну, знаешь... Это родное, это свое. Это как... Да. Это как часть жизни уже. Эмиль как стиль жизни. Что-то нихуя не хэппи аниме-опенинг по обложке. Оооо! One Piece. Сердце обидел, вы уронили душу его. Еще не принял он, но же надо мстить. Теми покинул пионерий путь, чтобы мстить.
Ох, ну ничего, выпустит он свою новеллу, он покажет им всем. Это опенинг для альбома Эмиля. Да.